Чужой телефон. Алло! 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 Дядя, вам звонил кто-то со скрытого номера. Кто бы это мог мне звонить? Что ты тут вертишься у моего телефона? А что, уж нельзя? Все так делают. Берут чужой телефон и читают сообщение. Пишет вам какая-то Катерина. Спрашивает, все ли целы колеса от тележки. Колеса? От тележки? У нее вы, значит, вчера кухарничали. Кухарничали? Катерина. Катя. Катюша. Ваня, принеси мне еще глины. Я сделаю кое-что особенное. Дядя, вам прислали видео на телефон. О, это от Кати. Ты удивишься, когда увидишь, каких медовых пряников мы тебе напекли. Ваня, я тебе говорил, не сломай зубы о чужой телефон. Отвечайте только на свои звонки. Не читайте сообщения, которые отправлены не вам. У каждого есть право на личную жизнь.